Приветствуем всех любителей футбола. Прямо со стадиона для вас работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Сегодняшняя игра будет жаркой во всех смыслах. Мы присутствуем на столичном дерби, где «Динамо» будет играть с ЦСКА. Ну что, ждем хороший футбол? Это дерби. А дерби – это всегда особенные матчи. В каком бы состоянии и на каких местах в турнирной таблице команды не находились, дерби – это всегда дополнительная мотивация. Мы ждем хороший футбол в исполнении двух команд. Хороший шанс узнать, что может ЦСКА предложить сопернику. Георгий, ну ты же понимаешь мотивацию этой команды. Им буквально рукой подать до еврокубковые зоны. Поэтому им сейчас самое главное не провалить концовку сезона и удержаться на тех позициях, на которых они стоят. И смотрим на состав «Динамо». Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. В 1945 году состоялось хорошо известное турне «Динамо» по Великобритании. Легендарная серия из четырех матчей с Челси, Арсеналом, Кардиффом и Рейнджерс, из которой московский клуб вышел непобежденным. Сегодняшнюю игру судит бригада арбитра Алексея Бараховского. Команды начинают эту игру. Поехали! Армейцы в атаке. Вернблум. Посмотри по сторонам. Есть кому отдать пас. Да, положение вне игры было, да и момент опасным не назовешь. Атакующая комбинация ЦСКА. Есть адрес для передачи. Какой удар! Но это совсем мимо цели. Удары с лёда получаются сильные и красивые, когда мяч хорошо ляжет на ногу. Здесь же явно не тот случай. Нет, не дошел этот пас до адреса. И в зону атаки мяч переходит. Нужно выходить вперед, бей! Кирилл на бабке. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Александр Зотов. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Александр Головин. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Ибрагим Цалагов. Хороший игра в пас, конечно, но далеко на одних передачах не уедешь. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. А вот сейчас может быть опасно. Есть гол, счет открыт. Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Секундная расслабленность, и вот, пожалуйста, она расплата.
Надо заметить, защитник откровенно прозевал этот рывок, так что винить он сейчас может только себя. Один-ноль. Сейчас будет веселее. Такие передачи придают атакам остроты. Выбит мяч из штрафной. Попадает под прессинг. На бабке. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Арбитр фиксирует нарушение правил со стороны ЦСКА. Защита первая на мяче. Вынос. Алан Загой. Понтус Вернбу. Он накручивает соперника. Муса! Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Александр Зотов. Защита надежно играет. Мяч отобран. Головин. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Может получиться интересная атака. Нужно бить поворотом. Вратарь забирает мяч. И есть поддержка у этой атаки. Кирилл Набак. Слишком сильным навес получился. Прекрасное завершение и гол. Все очень четко сыграно. Хороший гол после точного удара в левый угол ворот. Тони Шунич. Александр Ташаев. Не спеша перекатывает мяч на своей половине поля, выигрывающая сторона. Хорошо было бы, если бы мяч у них сейчас отняли и заставили побегать. Теперь в атаке соперник. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Сохраняет мяч, несмотря на прессинг. В этой атаке оборону пройти не удалось. Кирилл Набат. Алан Загой. Александр Зотов. Александр Ташаев. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Владимир Рыков. Мяч уходит за боковую после этого паса. Алан Загой. Вернблум. Пришлось отойти в глубину поля, чтобы получить мяч. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. И в зону атаки мяч переходит. Надо сравнивать! Забивай! Выручил он свою команду. Зот. Есть! Можно бить! И выносится мяч из штрафной.
Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает. Ибрагим Цалак. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Почти все его пасы сегодня достигли цели. 1-0 после первого тайма. Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме, так ведь? Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Ну, одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. А вот сейчас может быть опасно. Перерыв окончен, и ЦСКА вводит мяч в игру с центра поля. Виброс над. Георгий Щенин. Над. Это может быть опасная атака. Алан Загой. Это шанс. Забивай. Райда голкипер. Райда молодец. Тем временем готов игрок отстающей команды вступить в бой со свежими силами. Центр штрафной. Хватает первый на мяче. И как опасно пробил. Относительно легкий мяч для вратаря. Хороший пас. Верхом вперед. Проходит перед... Надо забивать и сравнивать счет. ЦСКА будет сбрасывать из-за боковой. Георгий Щенин. Посмотри по сторонам, есть кому отдать пас. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Понтус Вернул. Дзагоев. Ахмед Муса. Алан Дзагоев. Навес в центр штрафной. И пытается перебросить вратаря. Ревут трибуны, покидает поле, наверное, самый ценный игрок сегодняшнего матча. Да, я, кстати, с оценкой болельщиков полностью согласен. Ну и, разумеется, с твоей тоже. Ибрагим Цалак. Обыграл как дерево. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Головин. Момент для удара. Георгий Миланов. Мимо цели. Такие моменты нужно забивать. Это была замечательная возможность сравнять счет. Тренер «Динамо» проводит замену. Атаки может получиться что-то стоящее. Георгий Щенин. Не получилось у атаки что-то тут придумать. Мяч у защитника. Сотов. Кирилл Панченко.
Игнашевич. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Александр Ташаев. Бело-голубые переходят в атаку. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Забирает мяч. Щенник. Есть тут возможность к воротам убежать. Слаженные действия обороны. Это офсайд. Ну, тут спорить даже не о чем. Поднимает флажок боковой арбитр, фиксируя вне игры. Доставка мяча к штрафной совсем разладилась. Вот он и отошел назад. Может, вот может быть опасно. Мяч в воротах, и это гол. Ну, теперь все скажут, какое у тренера чутье. Здорово сохранил игрок концентрацию и очень спокойно сделал из вратаря дурачка. Ну, так уж дурачка. Действительно, для вратаря момент неприятный, но не до такой же степени. Свежий игрок выходит на поле у ЦСКА. Снова равенство на табло 1-1. Ибрагим Цалаков. Тони Шунич. Кирилл Панчин. Защитника просто не заметил. Удалось прервать эту проникающую передачу. Оказалось, это был почти гол. До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Сыграно-то точно. А вот стоило ли? Отличный проход. Потеря в современном футболе редко позволяют так долго владеть мячом. Тут может что-то получиться. Ша и пробил. Угловой разыгрывают футболисты ЦСКА. Самое скопление игроков, угловой подан. Защита первая на мяче, вынос. Пошли последние 10 минут игры. Бибрас над. Посмотрим за этой атакой. Видит игрока впереди и отдает пас на пол. И это произошло. Команда забивает под самый занавес матча. Да, трибуны просто сходят с ума. Важнейший, очень своевременный гол забивают армейцы. Да, и у соперника остается крайне мало времени, чтобы отыграться. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. ЦСКА забил и вышел вперед. Игра возобновляется. Владимир Рыков. Зотов. Динамо начинает атаку. Алексей Козлов. Александр Ташаев. И головой мяч сбрасывает. Как же вовремя защитник перехватил передачу. Спас просто.
Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Это может быть опасно. Георгий Щенник. Пас на ход может быть интересно. Прекрасный гол! Этим мячом они упрочивают свое преимущество и, надо сказать, счет по игре. Ну, такой удар на технику, конечно, очень сложно отразить. Если попадаешь в ворота, то это практически точно гол. Да, пробил очень аккуратно и точно, и практически без шансов для вратаря. Один счет. Результативный получается матч. Зотов. 4 минуты добавил судья к основному времени матча. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Мяч потерян. Отличный перехват. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Атакующая комбинация ЦСКА. И как он распорядится мячом тут? Хорошее оборонительное действие. И игра закончена. Мы сегодня смотрели классный матч. Согласись, Константин. Настроились смотреть классный. Такой получили. Согласен, Георгий. Играли-то принципиальные соперники. А это всегда накал страстей. Битва до последней секунды. Ну и на следующую встречу отличный задел. Он неплохо сегодня смотрелся. Хороший матч. Отлично сыграл, забил очень важный гол. Думаю, тренер должен быть доволен его действием. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. А вот сейчас может быть опасно. Алан Загой. Это шанс! Забивай! В центр штрафной. Вратарь первый на мяче. Доставка мяча к штрафной совсем разладил. Может, вот может быть опасно. Посмотрим за этой атакой. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Георгий Щенник. Пас на ход может быть интересно.